корона, принцесса и горы. Растаман везде все свое возьмет, что забудет, украдет. Но время летело, и солнце сгорело. Растаман везде все свое возьмет, что не дотлело, подожжет. И дыма тумана, и пара обмана. Растаман везде все свое возьмет, чтоб не пропало, он дохнет. Алоя, лаванда, решетка, баланда. Растаман везде все свое возьмет, что не свое, все на себя возьмет. Прошло 3 месяца, как ты не выпускала видео. Ну, практически 2,5. И это все, на что ты была способна? Серьезно создать короткометражную анимацию? Да ты просто... Просто... Ну, кто же? Сама знаю. Ленивый круп. Браво, брависсимо, угадала. А если я тебя сейчас редизайну за такое отношение ко мне? Ой, ладно. Я же пошутил. Ладно, давай. У тебя еще много дел, тебе еще видео снимать надо. Просто по-мастерски могу выкручивать твои ситуации, когда на тебя орет ос. Итак, всем привет, ребята. Как же я по вам соскучилась очень сильно. Я не могла снимать видео целых 3 месяца. Понимаете? 3 месяца. Ну, а теперь я зашла на свой канал и увидела, ну, как сказать, большое число подписчиков. Оно большое, возможно, для меня. Ты сказал, тебе никогда не обогнать Эйвен Голд? Заткнись. Конечно же, никогда я ее не обгоню. У нее уже почти что 42 тысячи. Какого хрена? Начинающий пони-блогер может обогнать. Вот этого пони-блогера? Она очень знаменита. Ну, пускай она даже и знаменита, но для меня на данный момент 71 подписчик – это очень большое число. Просто я это видео снимаю заранее, и когда я его выложу, я не знаю, сколько тогда подписчиков будет. Просто я хочу хотя бы до 100 дотянуть. А так, всем огромное спасибо за то, что смотрите мои видео, за то, что подписываетесь на мой канал. Не знаю, что вы здесь забыли, но мне очень приятно вас всех здесь видеть. Итак, всем удачи и... Бай-бай! Господи, что с моим копытом было?